В шестой день проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо сборная Азербайджана была представлена двумя спортсменами, однако им не удалось завоевать медалей. Пока в активе национальной команды лишь одна бронзовая награда, завоеванная Гидаятом Гейдаровым в весовой категории до 73 килограммов. За первенством планеты наблюдает наш корреспондент Лейла Курбанова. Здравствуйте, Лейла. Что нового на национальной гимнастической арене? Здравствуйте. Сейчас мы находимся в здании национальной гимнастической арены в Баку, где продолжается чемпионат мира по дзюдо. Завтра стартует последний день одиночных состязаний. Мужчины будут выходить на татами в категории свыше 100 килограммов, а женщины в весовой категории выше 78 килограммов. А уже послезавтра, в финальный день, пройдут командные состязания. Сейчас рядом со мной находится председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Азербайджана Рузбек Велиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходит чемпионат мира по дзюдо в Баку, учитывая, что в Азербайджане мировое первенство в этом виде спорта проводится впервые. Я считаю, что, конечно, проходит на высоком уровне, но лучше, конечно, это гости должны говорить. Мы хозяева, они нам должны оценку дать, те, кто приехали и участвует. Ну, хотя чемпионат мира это первый раз проводится, но очень много проводились мировых уровней соревнований. То есть у нас есть опыт у Азербайджана проведения больших мероприятий по спорту, то есть на уровне мировых. Ну, конечно же, чемпионат мира это первый раз. И я думаю, что оно проходит, слава богу, все на отлично. Организация, выступления, никаких нет нюансов, которые были отрицательным моментом, жалоб нету. И мы ждем дальше тоже, чтобы проходило в таком же уровне. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете возможности азербайджанских спортсменов завтра и послезавтра? Ну, если мы выпустили спортсменов, значит, завтра у нас Какаури в тяжелом весе, женщин Кинсберга 78 свыше. То есть есть шансы на медаль, особенно у женщин. Будем надеяться на медаль на завтра. И послезавтра командные состязания. Тоже очень надеемся и думаю, что получим медали. Вот. А какие состязания покажут? Спасибо вам большое. Успехов азербайджанским спортсменам. Я напомню, что мы сейчас находимся в здании национальной гимнастической арены, где продолжается чемпионат мира по дзюдо.